to its end. Шалилась. И вообще, с кем еще шалить внучке, как не с любимым дедушкой? То, что дедушка и внучка, я в этом абсолютно не уверен, иначе зачем седины добавили Повелосу? А вот со сложностью и от исполнения Бьорк там же были такие взрывы по темпу, по музыке. Где все это было? Я, например, счастлива, я удовольствие получаю, что насколько Яна раскрылась и как она вписалась в этот проект. То есть такая струя свежего воздуха, конечно, она может шалить, крутиться, вертеть ее можно с удовольствием, что она и показывает. Но, конечно же, номер мне понравился, и он такой театральный. А я, знаете, что запомнил? Как Яна пальчиком пересчитывала членов жюри, и, по-моему, когда показывала на Татьяну Тарасову, у нее палец задрожал.